Уважаемые студенты, гости университета, друзья и партнеры, добрый день! Мы рады приветствовать вас на площадке Университета науки и технологий МИСИС. Это место примечательно не только современным и комфортным залом, в котором мы сейчас с вами находимся, но и самое главное, что здесь находится, это современные высокотехнологичные лаборатории, которые расположены в этом корпусе университета, и где прямо сейчас работают ученые и проводят исследования в сфере биоинжиниринга, альтернативной энергетики, сверхпроводниковых квантовых технологий и других научных направлений. Меня зовут Андрей Сидоров, я магистрант университета МИСИС, член студенческого научного общества, и также я буду вашим проводником в ту часть мира МИСИС, которая открывает для вас разные грани образования. У нас сегодня с вами необычная лекция. Она проходит в рамках открытия лектория «История техника производства», сокращенно ИТП. Это цикл лекций, который посвящен промышленности, науке и технологиям в СССР. И что особенно интересно, роли нашего университета в истории страны. А история у нас, как вы знаете, очень богатая. Как вы уже знаете, в этом году университет празднует свой 105-летний юбилей. С сентября по ноябрь у вас будет возможность побывать на лекциях авторитетных специалистов по истории России, кандидатов и докторов наук, сотрудников Российской академии наук, членов Российского исторического общества, преподавателей исторических факультетов ведущих университетов. Эти знания не только расширят ваш кругозор, но и станут отличным вкладом в освоение курса истории России. Проект реализуется при поддержке Российского исторического общества и его молодежного клуба, а также Федерального агента по делам молодежи. И сегодня лекторию откроет наш гость, который начнет с главного. Он расскажет, почему история нужна не историкам, и зачем исторические знания инженеру, ученому и вообще любому высококвалифицированному специалисту. У нас в гостях председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества», доктор исторических наук Руслан Григорьевич Гакуев. Руслан Григорьевич, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо за приглашение на это замечательное мероприятие. Надеюсь, что мы с пользой его с вами сегодня проведем. Вы знаете, вот нередко спрашивают, конечно, в такой внеисторической аудитории, зачем, собственно говоря, нам знать историю? Для чего она нам нужна? Тем более мы вот еще в школе ее вроде бы совсем недавно учили. Вы знаете, мы исходим из того, что по-настоящему что-то любить можно только зная, понимая этот объект. То же самое касается и нашей Родины, нашей страны. По-настоящему любить можно только зная ее историю, понимая при этом степень своей ответственности перед теми поколениями, которые были до нас, создавшими нашу большую страну, нашу Россию. Понимать, что те события, которые происходят сейчас, они во многом основаны на том прошлом опыте, тех основаниях, которые были опять-таки заложены нашими предшественниками, предшествующими поколениями. И вот когда мы лучше знаем то, что было до нас, когда мы лучше понимаем корни тех исторических событий, которые происходили, мы лучше и понимаем то, что происходит в наши дни, в каком направлении развивается страна, почему именно здесь у нас получается лучше, а здесь необходимо приложить больше усилий для того, чтобы увереннее смотреть в свое будущее. Именно поэтому историю должны знать не только историки, не только студенты исторических вузов или профессиональные историки, но, конечно, историю должны знать и все мы,
все граждане и, конечно же, молодое поколение знать ее, конечно, не на уровне преподавателя истории, но ориентироваться в основных событиях, безусловно, мы должны, как я уже говорил, понимать те процессы, которые происходили и к чему они приводят в нашем настоящем. Я упомянул о том, что многие ссылаются на то, что историю они учили вроде бы совсем недавно в школе. И она, с одной стороны, хорошо известна, но с другой стороны возникает парадоксальный результат. Несмотря на то, что в последние годы довольно много внимания курсу истории уделяется при его изучении в старших классах, в основной школе, тем не менее те, кто историю не сдают, а это фактически все не историки, ей места в старших классах они уделять могут мало. Я думаю, вы как первокурсники хорошо помните, сколько вы уделяли времени тем предметам, по которым вам предстояло сдавать единый государственный экзамен. И как следствие этого получается, что многие вчерашние школьники на первых курсах вуза подзабыли существенную часть школьной программы. Вот мы специально в Российском историческом обществе вместе с Министерством науки и высшего образования запланировали и провели исследование по оценке уровня знаний первокурсников. Не знаю, проводилось ли оно у вас в вузе, но вот скажу несколько слов о тех результатах, которые были получены в ходе этого исследования, в ходе мониторинга, который мы в текущем вот году провели. Вышло, что только треть студентов первых курсов показала не даже отличные результаты и даже не хорошие, а удовлетворительные по знанию истории. Еще две трети показали результаты неудовлетворительные, разной степени неудовлетворительности, но, откровенно говоря, плохие. Вот это то, что нам, для нас, для всех послужило основанием того, что необходимо что-то все-таки менять с преподаванием истории в высших учебных заведениях, что необходим курс, который, с одной стороны, повторял бы уже те знания, которые вы получили в школе, с другой стороны, давал бы их на неком новом, более обобщенном уровне. И по инициативе Министерства науки и высшего образования мы занимались вместе с нашими коллегами из научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, как раз-таки разработкой этого нового курса. Первоначально было увеличено количество часов, отводимых на историю, на изучение истории. Если раньше это было 2 зачетных единицы, как максимум, наверное, даже 2 зачетных единицы, или 72 часа занятий на первом курсе, сейчас количество увеличилось вдвое, это 144 часа, 4 зачетных единицы. И изменилось и само название курса. Если раньше речь шла в целом об истории, курс так и назывался, сейчас его название звучит как курс истории России. При этом в него интегрированы наиболее важные, наиболее знаковые события всемирной истории. Постарались сделать такой интегрированный курс, в котором бы, с одной стороны, была бы видна взаимосвязь отечественной истории с историей всемирной, с другой стороны, наиболее важные события всемирной истории также бы нашли свое отражение. И этот курс, о котором я сейчас говорю, концепция преподавания истории России для неисторических специальностей, он был разработан специалистами, учеными из Института российской истории, прошел довольно-таки большое обсуждение общественное. Мы постарались учесть максимум замечаний, которые прозвучали и из профессиональной среды, и из общественной среды, из разных общественных организаций. Конечно, учесть
все было невозможно, потому что иногда замечания и предложения были взаимоисключающими, но тем не менее мы постарались провести такое общественное обсуждение, которое максимально полно бы смогло учесть мнение общества. И вот фактически год назад на форуме преподавателей истории в Тобольске мы представили первую версию этой концепции, разработанную, как я уже говорил, сотрудниками Института российской истории. А в феврале текущего уже года эта концепция была принята с учетом той большой доработки, которая была проделана Министерством науки и высшего образования. И, конечно, сейчас первый год преподавания по этой концепции высших учебных заведений. У преподавателей много вопросов, у студентов они тоже, конечно же, появляются. Вот, но мы надеемся, что те сложности, которые возникают неизбежно при внедрении чего-то нового, они будут успешно преодолены, а интерес к курсу достаточно большой, о чем мы получаем регулярно обратную связь из высших учебных заведений. И, кстати, что важно, этот курс стал таким своеобразным драйвером роста молодых преподавателей, потому что долгое время истории уделялось в высших учебных заведениях на неисторических специальностях мест, времени совсем немного. И сейчас, когда выяснился дефицит преподавателей, многие вчерашние студенты, нынешние молодые преподаватели получили возможность приложения своих сил. Таким образом, даже состав преподавательский здесь в существенной степени обновился. Учебник в высших учебных заведениях, учебник в вузах, конечно, не играет такой ключевой, основополагающей, наверное, роли, как учебник в школе. Но, тем не менее, мы посчитали, что раз создана соответствующая концепция преподавания истории, должен быть и современный учебник, который помогал бы по этой концепции заниматься. И вот сейчас по заданию, поставленному Министерством науки и высшего образования, идет разработка нового учебника истории. И даже скажу больше, не одного учебника, а сразу нескольких. Дело в том, что когда готовили концепцию, думали о том, что история нашей страны должна преподаваться студентам, вам, с учетом специфики вашей будущей профессии, с учетом отраслевой истории в том числе. И вот сейчас в первом таком пуле учебников разрабатывается еще сразу 6 предметных специальностей, предметных, вернее, областей, в том числе для инженеров, для медиков, для аграриев и так далее. А в дальнейшем, если этот опыт будет признан положительным, появится и по другим, по ряду еще групп специальностей, аналогичные учебники, учитывающие предметную специфику. На что бы я хотел еще обратить внимание, говоря вот о той концепции, которая сейчас преподается. Мы изначально закладывали в нее также возможность, помимо отраслевой истории, уделения ей большого значимого внимания, мы закладывали в нее еще изучение истории родного края. История своя есть, безусловно, и в Москве. История есть и во многих регионах, в том числе и в тех, из которых вы приехали. И, конечно, ее также необходимо хотя бы в общих чертах представлять, главных ее персоналей, главные ее события. Все это также очень важно для воспитания настоящих патриотов своей родины, знающих ее историю. Вот. Ну и, конечно, российское историческое общество, уделяя большое внимание развитию исторического образования, в том числе высшего исторического образования, ежегодно реализует множество проектов, направленных на историческое просвещение.
И мы будем рады видеть и вуз, и вас среди тех, кто будет не только лицезреть эти результаты, не только их использовать, но и, может быть, участвовать в этих проектах. Спасибо большое. Руслан Григорьевич, спасибо вам большое за эту увлекательную лекцию. Пока что вы можете присесть на свое место, и дальше мы вас вызовем еще для дальнейшего нашего мероприятия. Давайте еще раз поаплодируем. У нас сегодня есть еще одна важная часть мероприятия, которая тоже имеет отношение к теме сегодняшней встречи – изучению истории в технических вузах. Дело в том, что в прошлом учебном году в рамках курса истории студенты университета МИСИС готовили в качестве итоговой работы по курсу проекты, в которых им нужно было, во-первых, выбрать историческую тему, прямо или косвенно связанную с историей будущей профессиональной сферы или историей университета МИСИС, а во-вторых, использовать в своем мини-исследовании материалы музейных коллекций или опираться на содержание экспозиций. По итогам, Институт базового образования Университета науки и технологий МИСИС организовал конкурс на лучшие работы. И сегодня со сцены, в торжественной обстановке, в присутствии почетных гостей и руководства университета, мы хотели бы провести торжественную церемонию награждения победителей. Первокурсников, которые сегодня присутствуют в зале, в этом году тоже ждет такая проектная работа, и они тоже смогут выдвинуть свои работы на конкурс. Поэтому церемония станет своего рода передачей эстафетной палочки. И сейчас, для открытия торжественной церемонии, слово предоставляется проректору по образованию Университета науки и технологий МИСИС Александру Александровичу Волкову. Спасибо, спасибо. Немножко про затею. Дело в том, что Национальный исследовательский технологический университет, он весь состоит из проектов. Поэтому наша задача была как можно раньше научить вас, что же такое проект. От постановки задачи до презентации их результатов. И я очень благодарен коллективу Института базового образования, которые подхватили эту идею и неожиданным образом внедрили ее в курс истории. У вас есть возможность пройти, наверное, уникальный курс истории вообще в университетской среде. Не в формате именно истории, как вы проходили в школе, а в формате открытия для себя вообще новых идей и смыслов. Потому что в нашем университете есть много вариантов для того, чтобы вы могли выбрать себе собственный путь, собственную идею и ее построить. Но для этого нужно все попробовать. Первых два года мы будем стараться вас привлечь в самые разные истории, проекты, в научные, конструкторские. Завтра будет битва роботов в Экспо. Там два наших робота будут биться. Это те студенты, которые в рамках студенческого конструкторского бюро дерзнули спроектировать и выставить этих монстров на арену. Очень важно вывести вас из круга общения в группах, потому что сейчас вы сбились в группы, ну, может, еще не сбились, но будете погружаться. Но вот это переключение, что второй курс будет на ваших глазах получать грамоты, а потом будут вашими наставниками, это тоже такой маленький штрих к тому, чтобы вы почувствовали себя в общем коллективе. Мы запроектируем так, чтобы вы потом еще поперемешивались на старших курсах еще между группами, как можно больше общаться. Чем раньше вы поймете, что же вы хотите через 4 года, я понимаю, такой сейчас вот очень банальный такой совет, но он полезный. Многие доживают весело до 4 курса, а потом приходят в центр карьеры, который тоже в моем подчинении, с тем, чтобы, ну, давайте напишем резюме. Вот резюме писать надо сегодня начинать, а не на 4 курсе. Мы, безусловно, вам там тоже поможем и расскажем, как сделать самое лучшее резюме. Но начинайте это делать сейчас. У вас
классные возможности. Вы в классном университете с огромной и очень яркой, богатой историей. Изучайте, погружайтесь и наслаждайтесь. Учеба может быть очень даже интересной. Ну что, я готов? Начнем. Александр Александрович, спасибо вам большое за эту приятную речь. Итак, мы приступаем к награждению победителей конкурса «Музейная история». Руслан Григорьевич, просим вас спуститься к нам на сцену. Мы бы не смогли сделать такой яркий проект без наших друзей. Руслан Григорьевич, огромное вам спасибо, потому что сами бы мы все равно сделали все то же самое, ну чуть-чуть в другом формате. Но у нас запланирован такой классный цикл этих лекций. Ну вообще лучшие историки будут рассказывать вам про Россию, а мы поможем вам найти следы нашего университета в истории России. Спасибо. Большое спасибо. Мы рады были оказать здесь помощь и уверен, что мы и дальше продолжим наше сотрудничество. Историческое просвещение, историческое образование – это главные цели Российского исторического общества, к которому мы прикладываем максимум усилий. Большое спасибо. Итак, сейчас мы будем вызывать команды на сцену. И сейчас у нас номинация «Видеоролик». Самая многочисленная номинация. Жюри решило выбрать 4 победителей, поскольку это самые сложные по технике исполнения проекты. И первое место в категории занимает проект «История криптографии». На сцену для награждения приглашаются Гордиенко Кристина, Ангархаева Мария, Мирошкина Алена. Проект сделали студенты, которые обучаются в университете по направлению лингвистика. Ребята в рамках своей работы погрузились в историю криптографии и выяснили, какие способы кодирования информации применялись в шпионаже 20 века и какие уловки иностранных агентов удалось раскрыть советским службам. Спасибо большое. Еще раз бурные аплодисменты. Итак, второе место. Проект «Актуальная память. Как современные IT-технологии делают ближе далекую войну». На сцену для награждения приглашаются Мусатова Рада, Тагиева Стефания, Аюбова Наиля, Портретова Алена. Авторы проекта – будущие IT-специалисты. На основе экспозиции Музея Победы в Москве искали ответы на вопрос, как современные мультимедийные технологии помогают сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Проводим наших героев бурными аплодисментами! Третье место делят 2 проекта. «Музейные приключения Вовочки или сокровища Троянские». На сцену для награждения приглашаются Рожкова Дарья, Логиновский Савелий, Прокопьев Евгений, Тюрина Галина. Авторы, студенты Института новых материалов, сделали проект о том, как развивалось освоение крупных месторождений в нашей стране и какая история стоит за коллекцией топориков из Пушкинского музея. Творческий процесс не только провел их по нескольким столичным музеям. Помимо Пушкинского, они также побывали в Геологическом музее имени Вернадского. Наши победители отправили туда лирического героя своего ролика, который настолько сильно проникся духом истории, что бросил материаловедение и пошел поступать на исторический. И следующая команда, занявшая 3 место, проект «Гордость советской радиопромышленности. Радиотехника». На сцену для награждения приглашается Красильников Алексей,
Алексей много лет занимается изучением истории гиганта советской радиопромышленности, завода «Радиотехника», и обладает большой коллекцией, связанной с историей предприятия. Становлению завода в советский период и упадку в результате распада СССР посвящен совместный проект Алексея и Евелины. Аплодисменты! Мы переходим к следующей номинации. Номинация «Видеопрезентация». И в данной номинации победил проект «История компьютера BSM-6». На сцену для награждения приглашается Шрага Екатерина. Проект сделан на основе материалов коллекции Политехнического музея и посвящен истории создания советской супер-ЭВМ BSM-6, а также команде ее разработчиков. Мы переходим к дополнительной номинации. В этой категории рассматривались проекты, команды которых выбрали нестандартный способ подачи материала, создание собственного сайта или цикл публикаций в блоге, как сделали, например, наши победители. Члены жюри не смогли не отметить этот проект. Итак, команда проекта «Сердце, проросшее ветками миндаля». На сцену для награждения приглашаются Зубкова София, Лоба Владимир, Яковенко Генрих, Дитковский Андрей и Зайцев Кирилл. Спасибо большое. Можете занимать свои места. Руслан Григорьевич, Александр Александрович, спасибо вам большое, что нашли время и смогли прийти к студентам на лекцию и наградить победителей конкурса. Кстати, все победители получают в подарок от университета и эндаумент фонда МИСИС билет на спектакль «Путешествие в таинственной комнате в кабинете редкостей Дома творчества в Переделкино». Это современная культурная локация, которая расположена прямо в сердце писательского поселка, где жили и творили наши известные писатели и поэты. Очень надеемся, что вы получите удовольствие и от развлекательной программы, и прежде всего от атмосферы осеннего Переделкино. После посещения спектакля советуем зайти в дом-музей Корнея Чуковского и в музей-галерею Евгения Евтушенко. На этом официальная часть нашего мероприятия подошла к концу. Уважаемые студенты, спасибо вам за то, что были сегодня здесь. Пожалуйста, не расходитесь, сейчас вас ждет небольшое объявление. Хорошего всем дня!